сам с удовольствием воспользуюсь услугами студии, да, потому что действительно я такой человек, который старается быть в ритме моды, да, в ритме каких-то трендов в связи с своей профессией. И своих друзей я тоже, конечно, приведу сюда, да, и буду рекомендовать место, которое мне нравится. Была вечеринка, посвященная концерту Ian Farmer, когда мне тут покрасили, ну не покрасили, да, а сделали таким лаком рыжий цвет, мне действительно понравилось. Действительно, я почувствовал себя немного с другой стороны. Меня увидели мои друзья, мои близкие, родственники, и мне сказали, тебе идет. Тебе определенно идет. И я действительно стал задумываться о том, что нужно уходить от каких-то стереотипов в плане просто сменить прическу, да, стрижку. Нужно двигаться куда-то дальше. Студия особенно, это действительно по-настоящему особенное место. И придя сюда в первый раз, я погрузился в такую небывалую, светлую, добрую, теплую атмосферу. Здесь потрясающий коллектив, здесь потрясающий персонал, здесь потрясающая администрация, руководство. Действительно, это те люди, с которыми очень приятно иметь дело. И действительно, очень приятно быть партнером такой замечательной студии, таких замечательных людей. Знаком с Фарухом и Катей уже несколько лет. Считаю, что Фарух занимается именно тем делом, для чего он рожден. У него красота просто в ДНК. И все, к чему он прикасается, просто превращается в золото. Я считаю, что Фарух добьется поистине больших успехов. Он будет звездой мирового уровня, и все его проекты, в том числе и салоны, только начнутся. Когда я проходила, увидеть, что это для особенных людей, ну, в принципе, в рекламе увидеть, что это для особенных людей, и для себя приятно, что я тоже, наверное, особенный человек. Ну, то, что спиной к зеркалу, это, конечно, первый раз в моей жизни, и тем самым, наверное, интереснее так стричься, что ты не контролируешь процесс, ты можешь расслабиться и не тыкать своему мастеру, что вот здесь не то, а вот тут не то. И вот как-то ощущать себя более свободно в этом плане. И плюс интерьер, он как-то к себе располагается. Я очень люблю в интерьере именно вот то, что здесь есть. Это белый цвет, это белая мебель. Здесь поэтому мне комфортно очень. Да, мне очень понравилось. Я надеюсь, что в ближайшее время я к вам приду. Я пришла сюда час тому назад. И я уже чувствую здесь себя вот, ну, своей. И за вот этот прошедший час мое ощущение комфорта, оно усилилось. Оно не рассеялось, наоборот, усилилось. Мне приятно. Я рада, что я потратила время, вот, придя сюда случайно. Но я не жалею об этой случайности. Мне очень здесь понравилось. Я приду сюда еще, потому что меня здесь хорошо приняли. Это главное. Ну и, конечно, то, что мне сделали такую роскошную.